Он тонко чувствовал красоту родной природы и мастерски умел передавать ее состояние в разные времена года. На выставке, посвященной столетию со дня рождения Николая Хальзева, представлено огромное количество работ – от небольших этюдов до программных полотен. А Николай Иванович прошел очень долгую, интересную, творческую жизнь. Он дружил и с Пурыгиным, он был соратник с Комиссаровым. И сегодня на этой выставке представлены работы из 6 частных коллекций, из 2 музейных собраний. Мы можем видеть и графические листы 60-х годов, и этюдный материал, и большие заказные работы, которые рассказывают о строительстве, например, ДЭС. Внимание посетителей выставки сразу привлекает монументальное полотно «Жигулевские ворота». На нем открывается масштабная панорама Жигулевских гор, которую зритель видит с высоты птичьего полета. Эта вся любовь в него впиталась на генетическом уровне. Он же ведь родился в селе Сухая-Лизовка Самарской области, вырос в деревне, очень любил природу с детства, вырос в этой среде и невозможно не любить наши красоты. В каждой работе, написанной Николаем Ивановичем, любовь к родному краю. Познакомиться с творчеством художника можно до 26 марта. Ксения Баканова, Александра Гусева, Игорь Казановский. События.